Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в Нансен, в Нокиа, и сделаю примерки. Взяла несколько вещей показать. Ну и начинаю, конечно, с самого бюджетного. Взяла с Outlet'а минус 70% платьишки. Ну и какой приятный трикотаж. Вот так бы стояла и стояла в этом платье. Очень приятная к телу. 3/4 рукав и удивила, сколько много в стендике Outlet минус 70% больших размеров. Видно, в этом магазине шопились маленькие девочки. Ну и вот такие дамы, как я, остались, как говорится, не охвачены. Размерчик просто как вот доктор прописал. Длина точно такая же. У меня на ногах отцы вот такие льняные ботинки, и здесь две веревки, два шнурка. Сейчас покажу, если завязать, что получится. Очень мне нравится расцветочка. Ну вот я сейчас завязала два шнурка и подняла немножко наверх. Короче, получается вот это платье так коротко. Но если вам не нравятся эти шнурки, вообще можно, как говорится, вытащить. Ну так вот села просто как на меня мой цвет и мой фасончик. Это у меня размер был 2XL, вискоза Селастана, 99,99, скидка минус 70%, и с этого платьишка останется всего 30 евро. Для Нансен это очень-очень бюджетно. Ну и это платье оказалось маломеркой, размер 46, но маловато, и опять очень длинные рукава. Вот проблема моих рук, что рукава, конечно, вот они слишком длинноваты. Ну, рукав можно всегда вот так вот, как говорится, задернуть. Здесь вот это место мне тоже очень понравилось, но оно маловато. И, народ, никогда не покупайте, если вискоза 100%, как вот в этом платье, вы будете его один раз стирать, оно может немножко подсесть. Конечно, вискоза — это такой материал, с другой стороны это хорошо, это материал натуральный, но с другой стороны материал неблагодарный, он может немножко подсесть, и поэтому будет, знаете, как в рукавах: тесно, тесен, велик-велик. И на мне размерчик 46, и когда вискозу стираете, мокрый вытаскиваете, встряскиваете и вешаете на вешалку. И когда гладите, гладите единичкой снутри, чтобы не было вот этого запара. Но расцветочка просто красота. У меня есть одно такое платье от Image, а мне безумно нравится. Это у меня размер 46 со стендиком минус 70%, Nice and Makeout. И цена у него 30 евро. И когда я это платье увидела у них на фотке, я влюбилась с первого взгляда. Ну и, конечно, одев на себя, посмотрите, народ, я сейчас неделю сидела на улице, у нас, конечно, тепло, и многие прячутся от солнца. Но так как я люблю улицу и солнце, конечно, да, я сижу на улице. И цвет платьишка просто подыграл. Посмотрите, какая замечательная длина, два кармана, села просто нигде не тянет, невелико. Это 46 размер, но единственная подкладка коротковата. Подкладка у нас вот, она даже не до колена, но с другой стороны, если вы стоите напротив окна, будет видно вот, вот это место, то есть в принципе никакая не проблема. Но единственное, с этим платьем нельзя одевать гольфы, потому что гольфы будет резинка останавливаться вот здесь, а подкладка будет вот здесь, и ваше колено будет просвечивать. То есть, конечно, гольфы никакие с сандалиями одевать нельзя. Если бы подкладка была длиннее, это было совсем другое дело. Но расцветочка прелесть, и, конечно, ткань натуральная. Это у нас лен, и подкладка тоже натуральная. Там на спине длинная молния, но оно мне влезло, не открывая молнии, потому что здесь вот такой вырез. Конечно, платье шикарное. Это у нас размер 48. Если покупаете буквами, это до 2XL или 3XL. И если номерами, это размер 48. 129 евро. Это у нас лен. И подкладка тоже натуральная.
Народ, не обращайте внимания, у меня, конечно, темное нижнее белье, поэтому немножко просвечивает. И здесь у нас вот такое платье-парашют. Какая красивая длина. Длина в пол. Ну, меньше размера, к сожалению, я не могла померить, я бы не влезла в грудях. Но очень красивая. И это платье было одето на манекене и было одето на продавце, поэтому, конечно, мне захотелось померить. Но вот опять посмотрите, какая я в нем большая. И так, если я 1,68 м и вешу 100 кг, конечно, в таком розовом платье мимо праздника никто не пройдет, все заметят меня. И сейчас я спущу его на плечи, покажу, как получится, если куда-то вот вечером в ресторацию в таком платье. Ну, если вечером куда-то в ресторацию, если платье кажется слишком много материала, есть такая кофта с какими-то тоненькими брючками. Мне кажется, вот это место очень красиво, если где-то вы сидите на юге и так далее. Вообще, вот такие вещи, которые можно носить и днем, и вечером, они всегда здоровские. И чем больше вы закусили и выпили, тем больше можно опустить. Всегда будет такое к вечеру, как говорится, шик, блеск, красота. Так, это новая модель, 100% катон, размер 46, 99 евро. Ну и вот, чтобы, как говорится, не говори, но все равно я люблю вот цвет такой, да, темно-синий, это, конечно, мой, и кажется, что даже вот, как будто у меня и было уже такое платье, то есть расцветочка настолько, как говорится, мое, как бы повернуть камеру, просто красота. И эта модель у них повторяется из года в год. Вот здесь 3/4 рукав, отрезное, шнудок и длина немножко ниже колена. Даже вот эта длина просто, как говорится, для меня можно носить зимой с темными толстыми колготками, сапогами, с какой-то кофточкой или даже можно какую-то джинсовую курточку одеть под пальто. И когда летом, конечно, да, если где-то сидеть, оно даже кажется такое приятное, холодящее к телу, потому что это вискоза. Мне это платье понравилось больше всего. И на мне был размер XL. Это у нас вискоза с эластаном. Минус 70%. С этого у нас скидка. И цена 30 евро. Стоило 99,99. Ну и, конечно, спросите, как одета сегодня я. У меня очки от фирмы «Оптика Эталон» из Питера. Мозай, мои любимые бусики. И вот это платье «Лен» было на сообществе, на картинке. Многие хвалили платье. Вот сейчас исполнилось 6-й год. Это, конечно, вещь натуральная «Лен». И здесь у нас внизу вот такие... Еще пришита кружева из шелка, это натуральный шелк. И хорошая длина, и у меня на ногах отчет льняные ботинки. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Стампре. Всем физкульт-привет!